новинки из повести «Футбольное поле» футбол не просто развлечение. В этой игре вся его жизнь. Но в жизни, к сожалению, не все как в футболе. Не все играют честно. Сражаться за свою мечту, быть тем, кто ты есть. Об этом повесть «Футбольное поле», автором которой является Аделия Амраева. Отрывок из повести представит Владислав Прокопенко, Тарановский район. Вечером мамин голос едва слышит. Она все время устает на работе. Раньше я думала, как здорово, что теперь я вырос. Как-никак, в пятый класс перешел. Но вы даже себе представить не можете, что это такое под ребенком. Еще несколько часов мучения для мозга. Мозгопарни. А тетя Оля с ее бесконечными сериалами. Я уже вообще не говорю. Нет, чем такая няня, лучше проблем. Так вот, раньше мне казалось, что приходить в пустую квартиру, самому решать, чем пообедать, а иной раз поужинать, это круто. Но как только мама решила, что мне пора учиться самостоятельности, она записала меня в студию бальных танцев. И теперь, вместо того, чтобы бежать на стадион и играть с ребятами в футбол, я прусь через портал на танцы и домой прихожу всего-то за час до мамы. Хорошо сейчас каникулы, на игру остается больше времени. Но стадион занят почти всегда. Вечно там физрук старшаков гоняет. Готовит к межшкольным соревнованиям. И тяжелый день. Это когда дополнительные занятия по математике в один день с теми самыми ужасными занятиями в мире. Танцевать с девчонкой, которая вечно вертит то носом, то меня из стороны в сторону. Это выше моих сил. Маме, похоже, на это наплевать. Колька все посмеивается надо мной. А что мне делать? Училка по танцам? Чуть что. Даже если опоздаю, сразу докладывает маме. Меня уже пару раз лишали компьютера и телевизора. Это и так-то сродни расстрелу. А во время чемпионата мира прямо-таки сожжение заживо. Хотя мама и не знает, что я смотрю футбол. Что играю, тоже не знает. Она вообще мало что знает. Из-за того, что она такая незнайка, я стал терять форму. Скоро буду, как рабокрал, бегать по полю без того.